Секундочку. Так, что? Нет, я ничего не делал. Смотрите, Александр, был выполнен звонок на горячую линию Сбербанка с просьбой заменить ваш номер по причине утери мобильного устройства. В качестве идентификации клиента были предоставлены ваши последние 4 цифры карты и кодовое слово. Я с вами связался для дополнительного подтверждения данной операции. Подтверждайте данную операцию. Нет, я ничего не подавал заявок. В таком случае, так как вы не подтверждаете заявку, я обязан зафиксировать акт мошеннических действий в отношении к вам как клиенту банка. И по регламенту банка обязан задать вам несколько простых вопросов для того, чтобы понимать, каким образом выполнял данное действие. Да, Александр давайте, Сергеевич, смотрите. Давайте. Утечка данных могла произойти со стороны интернет-ресурсов. Скажите, вы совершили так покупки в течение полгода? Да, совершал. Совершили. А подскажите, на какой интернет-платформе вы совершали данные действия? Я забыл уже, там, ну, в каком-то магазине. Нет, интернет-площадка. А какие там? В интернете, может быть, Алиэкспресс, Вальберес? Да, вроде совершал. На каком интернет-площадке вы совершали? И в Озоне, и везде. На Озоне. Данная информация зафиксирована. Так, Александр, подскажите, когда последний раз использовали приложение Сбербанка? Когда я пользуюсь приложением Сбербанка? Совершенно верно. Это где-то месяц назад. Месяц назад. А вход осуществляли с мобильного устройства или с компьютера? С компьютера, наверное. С компьютера. Данная информация зафиксирована. Также, смотрите, давайте я поставлю вас в известность о том, что третьи лица имеют доступ к вашему личному кабинету Сбербанка онлайн. И в личном кабинете они могут выполнять различные родные исходные операции, такие как интернет-покупки, переводы ваших денег средств, также оформление кредита. Александр Сергеевич, мне нужна данная информация с ваших слов, чтобы я обезопасил ваш личный кабинет от мошеннических действий. Да, обезопасить, да, давайте. Александр, смотрите, какие негосударственные учреждения предоставляли свои паспортные данные? Возможно, сайт, деловые, частные врачи, турагентство. Да, вот туда все я предоставлял. Гостиница. Куда вы предоставляли? Турагентство, гостиница. Так, дальше, куда вы предоставляли? Ну, все, больше никуда. Больше никуда не предоставляли. Да, информация также. Александр Сергеевич, смотрите, утечка данных мало произвести со стороны отделения банка. Подскажите, когда последний раз посещали отделение нашего банка, проводили работу с менеджером? Месяц назад. А по какому вопросу вы обращались? Да там что-то зашел там на это, я не помню, что-то просить не надо было. Ага, спросить вам надо было. Также можете подсказать также адрес улицы отделения, в котором вы обслуживались? Да вот на Горького там где-то там. Что-то? На Горького. А можете подсказать, пожалуйста, город? Город, на Горького город. На Горького. А улицу подскажите, пожалуйста. Улица, так это есть Горького улица. Я вам, смотрите, город. Вы можете город сказать? Город или улицу? Город и отделение, в котором вы обслуживались. Так я номера-то не знаю, там что там не написано на нем. В каком вы городе обслуживались? Санкт-Петербург. Сейчас, секундочку, данные зафиксирую. Данная информация вечерна. Также подскажите, какого количества карт вы открывали в вашем банке? Кого, чего, они что-то там пропадают. Какое количество карт вы открывали в нашем банке? Одна. Это у вас дебетовая карта, правильно? Дебетовая. А вы скажите, пожалуйста, какой у вас срочный баланс составляет по дебетовой карте? Что составляет? Остаток? Остаточный баланс, совершенно верно. 73 тысячи рублей. Сколько? 73. Смотрите, Александр, можете перейти, либо же смс от номера 900,
либо же мобильное приложение Сбербанк Онлайн и пересмотреть вплоть до копейки. Александр, как вам удобнее будет? Так я посмотрел, 73 говорю. 73? Да. Это ровно 73, правильно? Да, да, да. Также вкладчиком нашего банка являетесь? Ну, у меня там на карточке же лежат деньги, 73 тысячи. Нет, вы не поняли, вкладчиком под процент деньги ложите в банк наш? Под процент? Ну, так это... А у вас-то там что, нет никакой информации, да? То есть надо все говорить? Александр Сергеевич, смотрите, давай объясним более своих слов. Вот смотрите, я младший специалист. Вот представьте, что я медсестра. Что медсестра делает? Так, а что она в больнице? Делает? Что она делает? Она делает то, что она записывает данную информацию, что у пациента болит, где пациента болит, правильно? Так, болит. Что? А для чего мы это все записываем-то? Вот в чем вопрос. Смотри, я собираю данную информацию. В случае утери ваших денежных средств, и банку разместить утраченную сумму. Смотрите, я записываю данную информацию с ваших слов, чтобы я обезопасил ваш личный кабинет от мошенников. Какой-то действий. Процесс не налажен. Можно просто взять там человека, и у него... Там же все автоматически можно записать, что у него есть, и все. А как со слов-то записывать? Где автомат? А если я скажу, что у меня не 73, а 74 тысячи рублей? Александр, смотрите. Вы мне все вернете. Давайте я пример скажу. Смотрите, вот когда мошенники спишут ваши личные средства, что вы скажете в банке? А я не знаю, что я скажу в банке-то. Что-нибудь скажу. Вы не знаете. Вы ничего не... Вам безразлично будет, правильно? Как безразлично? Я буду в шоке. Вы будете в шоке. Вот смотрите, вот банк вам разместит всю утраченную сумму, когда я запишу данную заявку. А, так можно, погодите, я же сказал 73 тысячи, а можно сказать 173 тысячи, и вы все возместите? Александр, нет, смотрите, нет. А, нет? Только 73, последняя... да? Вот смотрите, что. Смотрите, последние операции по вашим картам, которые были, и такую сумму вам оплатим. Вот смотрите, 73 тысячи. Если да. Вы правильную сумму сказали... указали правильную сумму вплоть до копейки. Банк вам разместит... Так вы все равно будете с чем-то сравнивать. Вы только по словам верите, сколько у меня там денег, да? Больше нет никаких этих возможностей, не знаю. Нет, смотрите, вот я сейчас скажу денег, вот сколько вы запишете и вернете мне, я правильно понимаю? Александр Сергеевич, если будет данная информация верна с ваших, то мы вернем ваши денежные потерянные средства. Я прошу откорректировать на 273 тысячи рублей. Не 73, Александр... а 273 тысячи рублей у меня там Александр... лежит на карточке. Вы мне предоставляете неверную информацию. Откуда смотрите, вы давайте знаете? Я более... А, то есть вы знаете, что ли, информацию всю? Просто спрашиваете? Александр, смотрите, да. Давайте... Давайте, у вас какое мобильное устройство, iOS или же Android? Мобильное устройство, я как это, я не понимаю, что такое iOS. У вас Android или iPhone? Нет, у меня телефон мобильный. Мобильный телефон, на какой он платформе, Android? Ну, он у меня в чехольчике, он у меня без платформы. Александр Сергеевич, если я позвонила, чтобы вы пошутили надо мной, прикалывались, вы можете удостовериться, что я звоню вам с официального номера. Этот номер указан в вашем договоре. На третьей странице в разделе «Контакт». Александр Сергеевич, я же слышу, что вы предоставляете мне неверную информацию. Да ладно. Что «да ладно»? Я верную предоставляю. Телефон в чехле. Хорошо. Без всякой платформы. Телефон. Модель устройства подскажите. Модель устройства? Совершенно верно. Samsung. Samsung. Хорошо, смотрите, Александр Сергеевич, у вас есть Play Market? Зачем он мне? У вас есть Play Market? Конечно, в Samsung все есть. Конечно есть. Смотрите, Александр, зайдите в ваш Play Market. Зачем? Зачем мне отключается на звоночек? Чего? И скачивайте приложение Avasan. Это банковское приложение. Да, так зачем мне его скачивать-то? Зачем? Вы же из банка. Александр, я еще раз повторяю. Я вам позвонил, чтобы вы посмеялись. Зачем мне скачивать приложение?
Как вы можете мне помочь? Вы можете мне помочь без приложения? Александр, вы знаете, что на вас был оформлен кредит на сумму 300 тысяч рублей, а вы сейчас... Я вам позвонил, чтобы вы посмеялись. 300? Вы знаете, помимо вас у меня очень много клиентов по мошенническими действиями. Александр Сергеевич. Ну там пенсионеры вы... там что ли, да, там разные, там это, да, много. Александр Сергеевич, вы в своем уме, скажите, вы образованный человек? Ой, это может сказать только врач насчет вот этих вещей. Поэтому. Александр, хорошо, смотрите. Скажите честно, я позвонил бы, чтобы вы посмеялись. Так вы, так зачем вы позвонили? Так вы скажите, зачем вы позвонили? Да потому что по заявке я вашей позвонил. Что, зачем позвонил? А, по заявке позвонили. Так, и надо установить какое-то приложение, что ли, да? На Samsung. Совершенно верно. Ага. Приложение Avesan, это банковское приложение. У меня место кончилось на телефоне. Я не могу установить, у меня не лезет уже, и даже там... Надо засинхронизироваться там как-то с интернетом, я не знаю. У меня нету места. Александр Сергеевич, подскажите, ты долбоеб? Ой. Ой. Подскажите, ты долбоеб? Ой. Как вы там, тебе что-то плохо слышно? Плохо слышно стало. Повторите. Ты долбоеб? Да нет, это ты долбоеб. Ты же сам долбоёб и звонишь как долбоёб, и строишь из себя долбоёба. Я отвечаю тебе в том же духе, как бы, чтобы я не хочу показаться, как бы сразу тебя нахуй-то послать. Поэтому я как бы подстраиваюсь под долбоёба, то есть вот пытаюсь на твоей волне поговорить. Сашка, смотри. Ты меня хорошо слышишь? Тебя-то да. Весь смотри, интернет тебя слышит. Чего-чего, давай. Саша, смотри, ты выкупаешь, что я знаю все твои личные данные. Где ты живешь, с кем ты живешь, где ты прописан. Да тут что-то я смотрю, понимаешь? Ты ни хера не знаешь. А кто ничего не знает? Я знаю, где ты прописан. Да. И где? Да. Ну-ка, давай. Везде. Давай, сверимся, давай. Долбоёб.